Берлине царит шок и растерянность. Германия впервые столкнулась с происшествием, если не терактом, подобного масштаба в самом центре города, в самом центре немецкой столицы. Вечерние игры немецкой Бундеслиги, последний тур сегодня перед новогодними праздниками, начнутся с минуты молчания, по всему городу приспущены флаги. На сегодняшний день назначена телефонная конференция министров внутренних дел немецких федеральных земель, на которой речь будет идти об усилении мер безопасности по всей стране. Schön da. Skagen und so weiter, das ist sehr schön. Ja. Ich mag da total gerne fahren, weil da zumindest ist es nicht so voll.